Assalomu alaykum qadrli muxlislar, qadrli yurtdoshlar, Xalq bank lotereyalarining ashaddiy ishqibozlari. Добрый вечер, 12 апреля, и вот уже 123-й тираж лотереи «Суперлото», как всегда, он проходит на ваших глазах в прямом эфире. Haqiqatan ham jonli efirdamiz va bugun Superlotoning 123-chi yutuqlar tirajı birgalikda kuzatamiz. Barcha kategoriyalar bo'yicha yutuq fondining summasi bugun 4 milliard so'mdan ortiq. Сумма призового фонда по всем категориям сегодня составляет свыше 4 миллиардов сумм. А теперь о каждой в отдельности. Ха, бренч категория Супер Ютук. 3 миллиард 526 миллионов 178 625 сумм. Супер приз 3 миллиарда 526 миллионов 178 625 сумм. И кинче категория Ютамас, кетта джекпот 1 миллиард 56 миллион 264 150 сумм. Третья категория или малый джекпот 252 миллиона 735 тысяч 188 сум. Тортинчи категория бешталик 79 миллион 527 тысяч 450 сум на ташкирпле. Есть еще три категории, где выигрыши фиксированы. Например, пятая 1 миллион 200 тысяч сум. Алтинчи категория брюзигрма мин сум дан. И седьмая категория 60 тысяч сум. Демак, бүгінгі телеойынны кузатып баруучы Хайат Раисы ва уның азаларыны хан бір-мабір таныштырып отамыз. Тажибаев Илхан Пулатович, Халкбанк Маркезий аппаратыда болым башлығы Хайат Раисы. Член комиссии Эшдавлатова Лабар Эшмаматовна, главный специалист Центрального аппарата Народного банка. В Мухаммедов Абдушкур Абдурахман оғлы Халкбанк Маркезий аппаратыда баш мутахасис Хайат Азосы. И еще немного цифр. В сегодняшнем тираже участвуют 31 902 билета, и они содержат 111 563 разные-разные игровые комбинации. Ройхаттан өткен ойын билетлары түшірілген диск, мархамат. Нама. Омат. А что? Конечно. Омат. Омат. Запускаем вас, Омат. И приводим в действие первый лототрон. Біз лототронды йоқтык, сіз өзіңізді оматны йоқтың. Чуть я рано поднялась, да? Не мешаю самому главному действу сейчас, вращанию лототрона. Бринч шар бор, он. Первый шар под номером 10. Кинчи шар. Олты. Второй шар под номером 6. А всего сколько в этом лототроне шаров? 40. Крыхта шар. Но выпадет ровно 6. Но какие? Вот в этом и есть... Учинчи шар. Бр. Третий шар под номером 1. В этом и есть самая кульминация. Каждый из вас играет и надеется выиграть именно... Суперприз. Угадать 6 шаров из первого лототрона и один со второго. Тортинчи шар. Он уч. 13. Бешинчи шар. Уч. Я просмотрела, отсюда мне не видно. Какой? 3? Пятый шар под номером 3. Бор-йогу битте шар колды. Бабу 37. И 37. Это еще не все, но пока мы повторим все выпавшие числа из первого лототрона. Это 10, это 6, 1, 13, 3 и 37. Хойер. 16, бар, 13, 3 ва 37 ракамлары. Кызык. Иккинчи лототронда кандай ракам тушаркин? Мана шу лототронда тушарген бор-йогу битте шар. Демак, ойындаги супер ютук эгеси бор-йоки йоқлигини аниқлаб беради. Ва бу 19. И это 19. Таким образом сложилось... Игровая комбинация 6 отсюда, 1 оттуда. Все эти числа уже переданы в Центральную систему Народного банка. И в эти самые мгновения уже вовсю звонят и узнают результаты, записывают. Совсем скоро мы их получим и огласим их для вас.
Худ еще. А пока будем вас мотивировать на успех. Каким образом? Каким? Говоря, что под лежачий камень вода не течет. Топ-топ. Мы не можем за вас пойти в любой из филиалов Халкбанка и сказать: здравствуйте, а продайте-ка мне билеты. А вас спросят: а сколько? А вы скажете: да чем больше, тем лучше, все беру. Ну, все, конечно, невозможно взять, но знаете, что цена одной комбинации 5000 сумм, то есть, ну, совершенно немного. А вот возможность выиграть, о-хо-хо, сегодня это 3,5 и еще с хвостиками миллиарда сумм. Ха, хакикаттан хам, такослаб, киослаб, солиштырып караганда 5000 сумлик битта билет нархи ва бугун сизни ютуб олиш имкониятингиз жудаям фарқи катта. Шунинг учун албатта биринчи навбатда сизда ишонч бўлиш керак, ана ундан кейин ҳаракат ва албатта Navo телеканали манзилини сиз ёдингиздан чиқармайсиз, чунки ҳар бир тиражда биз мана шу манзилни ва жой номини, вақтини доимо айтиб борамиз. Navo соат 19:00 жонли эфирда, ҳаммаси шаффоф. Ba'zi bir yurtdoshlarimizda savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, savollarga o'rin yo'q, chunki jonli efirda hammasi ko'z o'ngingizda ro'y beryapti. Вы знаете, я вспомнила, есть люди «если», а есть люди «когда». Люди «если» им всем кто-то вечно что-то должен. Вот если родители помогут, вот если банк даст кредит и миллион других «если». Не нужно ждать «если». Когда выиграете в лотерею? Все, сегодня покупаю билет, завтра выигрываю. То есть должна быть точная цель, для чего вы это делаете? Сложно хотеть выиграть 3,5 миллиарда, не приобретя билет. Согласны? Поэтому сразу после этого тиража, прямого эфира, ну, банки сейчас закрыты, да, уже? Значит, завтра. В любой из филиалов Халкбанка за билетом. Без этого никак. Это ваш первый шаг на пути к миллиардам. To'g'ri, hamkasbimni fikrlarini to'ldirib. Я не могу стоять на месте, вы видите. Bilaman, движение. Demak, o'sha agar so'zini o'zining savollariga bosh so'z qilib olgan yurtdoshlarimiz uchun alohida bir motivatsion trening o'tkazildi, hozir qisqacha bo'lsa ham. Demak, qadrli muxlislar, yurtdoshlar, teletomoshabinlar va albatta lotereya ishqibozlari, sizda agar savoli bo'lishi mumkin emas, chunki siz ishonasiz va albatta omadni sinab ko'rgansiz. Orangizda mana shu lotereyalarda bir necha bor g'olib bo'lganlar bor. Ular ham yaqinlariga, yurtdoshlariga, do'stlariga albatta bu borada o'z fikrlarini aytishadi, quvonchlarini bo'lishishadi. Mana shu tarzda ular soni kengayib boraveradi va biz umidvormizki, bugun ham bir necha o'nlab, bir necha yuzlab, balki minglab yurtdoshlarimiz yanada ishonchlari mustahkam bo'ladiki, lotereyalarda yutish imkoniyati bor. Вы перевели мысль мою основную, да? Более чем. Отлично. А люди когда? Вот, например, часто, особенно нас, девушек, касается, да, с понедельника начну худеть, с Нового года, с лета. Ну, ребят, так неправильно. Если вам не нравится то, как вы выглядите, то нужно просто брать и делать. Вот, например, я сегодня счастлива, потому что я скинула 5 килограммов, и вот я вся в белом. Ха, бу кошимчи малымот болды, юрташларымызге мотивация. Итак, во всем. Вижу цель, не вижу преград. Хочу выиграть 3,5 миллиарда. Значит, надо брать и делать. И первый шаг – это просто купить лотерейный билет, потратив 5000 сумм. Haqiqatan ham birinchi qadam bo'lmasa, keyingi qadamlarga na hojat, qadrli yurtdoshlar. Demak, qadam tashlang, uydan chiqing, xarid qiling, manzillarni bilasiz. Uzpaynet shoxobchalari bankning hududlardagi ko'plab filiallarda sizga biletlar taqdim etish imkoniyati bor. Xarid qiling, raqamlarni belgilang, jonli efirda bizni kuzating. Dolsha obichnogo сегодня нам сагдя несла. Результаты, но теперь понятно почему. Яраша. Да, по седьмой категории количество выигрышных комбинаций 154, сумма выигрыша на одну 60 тысяч сумм. Олтинчи категория бочи 214 нафар юрташимыз, бру 20 минг сумлик борышты. По пятой категории количество выигрышных комбинаций 3, сумма выигрыша на одну 1 200 000 сумм. Тортинчи категория бойча 6 нафар юрташимыз 13 254 575 сумм. Табриклаймыз. Это наши первые 6 миллионеров, а есть еще один. По третьей категории один счастливчик угадал, вернее не угадал, выиграл 252 735 187 сум. Муборак бўлсин, табриклаб қўямиз. Икинчи категорияда афсуски ғолиб йўқ ва бугунги тиражнинг кульминатсияси. Это что, дождь или аплодисменты? Бу қарсаклар, аплодисменты. Здорово. Демак, биринчи категория супер ютуб, қадрли мухлислар, биз сизни куттирмаймиз, афсуски йўқ, ғолиб аниқланмади.
Да, сегодня по первой категории пока никто ничего не выиграл, но какие наши годы? Выиграем обязательно. Итак, 24-й тираж учен супер ютоп макдары. 3 893 248 188 сом. 3 593 248 188 сом. 188 сом дея элон кылынады ва биз хайат раисиге мурожаат кыламыз. Этирозлар бар ёки йок? O'yin lotereyalar faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar talablari asosida o'tkazildi. E'tirozlar yo'q. Katta rahmat, e'tirozlar yo'q. Yurtdoshlarimizni yana bir karra tabriklaymiz. G'oliblarimiz safi kengayaversin. Не будьте людьми, если. Берите и делайте. До встречи в прямом эфире. Пока. Ko'rishguncha. И все-таки...